Научить его работать с ним. Так, это не будем, чтобы не гремело. Вперед, тебе тоже советую поставить чашечку. Так, отпускай себе больше чашки. Вот. Хорошо. Вот. Сейчас я посмотрю, так тут на себя. Hello. Один лысый, другой лохматый. Сам ну, да. Да, мы как раз, да. Красавцы. Мы это... Красавцы. По разным, так сказать, фронтам. Кирилл крайне левый. Крайне левый. Крайне правый. На, ну, посмотрим, какие у него взгляды. Я специально... всегда крайне прав. Ты крайне правый, нападающий. Ты крайне правый, я крайне прав, да. Ой, рожь какая, смотри, сверху с угла упал на нас. Куда еще сядет? Сейчас сюда, это что, вырвало сядет? Ужас. Ужас. Ты не бар Хатов, ты ресторан Хатов. Я хуже. Я хуже. Рахатов. Так, надо что-то делать с чаем. Надо его, во-первых, налить, во-вторых, пылить обратно. А, чай тари, по-узбекски. Да-да. Пойдем, но это я же долго упорно с Узбекистаном работал, а ты ничего не сказал, чтобы не гремело. Я тоже советую поставить чашечку. Так и отпускай себе большой чашки. Вот. Хорошо. Вот. Сейчас я сейчас посмотрю так вот на себя. Слушай, вот тут эти какие-то мотивы странные. Почему странные? Почему? Что вижу, а то мы пою. Калмык учхуй. Чего-чего? Куда? Калмык учхуй. Слушай, опять он что-то вспоминает. Что-то странное. Ничего странного. Малая народность исчезающая. Ты, малая народность. Я на тюрхиоль. Я тебе исчезну сейчас. А, то есть у тебя фотоаппарат антисемит, он только русский берет. Черт возьми. Изобрели таки, да? Да у меня места нету в вашей компании. Слушай, Андрей, я говорю, давай вот вы сядете двое. Мы сядете, это вы сядете. Нет, ты послушай. Вы у меня сейчас сядете, ты сиди, доктор, не возражай. Он сейчас снимет, и мы сядем. Да, я просто считаю, что надо сесть вам двоим на переднем краю, а мне сзади. И все будет хорошо. Нет, мы просто вот так вот сделаем. Сейчас еще подальше. Еще подальше поставим. И вот этого я не подозревал, что меня там нету места. На каком краю что-то имеешь в виду? Музыка тихая, что ты боишься? Я ничего не боюсь, я говорю, давай вы сядете на передний план, а я сзади. Доктор, не возмущайся. Да я не возмущаюсь. Ох, нет, доктор, ёлыш. Нам татарам вообще нахрен. Как Олешковский написал. Потрясающе, Иван Николаевич. Кто написал? Олешковский. А-а-а. У тебя зелененькая глазка погасла. На фотоаппаратика. На ком, на нем? Да. А, ну да. Ну, у тебя только что горело-горело, а потом раз и погасло. Зеленый глаз, это хорошо. Это у тебя батарейка кончила, имей. Смотри, кто в каком плане? Она у тебя сдохла. В общем, у нас позвал сегодня сюда только для того, чтобы мы познакомились. Ну, Кирилл. А ты только это неплохо, конечно, да. Сниматься, видимо, не будет. А нет, сниматься мы не будем. Сниматься вы будете в другом месте. И с другими людьми. В анфасы. Да. Все правильно. Вид сзади. 100 рублей. Все готово. Шахерезаж. Почему такие мелкие все, а? Ты далеко фотоаппарат убрал. Нет, это вы мелкие, говорю, такие все. Карапузы какие-то. Главное, не влезаем, еще мелкие. Масса претензий, ты же понимаешь, а? Нормально, да? Что там по хатах ходит? Да. Опять погасло зелененькое. Что, он меня задолбал уже своим зелененьким? А я-то и при чем? Вижу, оно погасло. Оно погасло? Да. Ну,
думаю, все. Я думаю, что можно начинать. Ну хорошо, начинать, когда мы нальем. Давай, налей. Это у меня поезда. Поезда? Это такой женский половой. Да. Этому лохматому не дают? Надо. А этому чесать нечего, только отшлечиться. А у меня их нету. Да ты мне зачем? Зачем это мне? Лишний груз. Пойди мне сейчас к этому кандидату. Не. Все готовы? Я давно. Ты давно готов? Я давно. Мы начали? Ты говно? О, ну, да. Я конечно. Да, а да. Вообще все говно. Да, надо знать. Потому что стрим из одних и тех же. Да. Ну что, добрый вечер. Погоди, не торопись. Не торопись. Хорошо. Две обрезать меня. Поехали. Здравствуйте, товарищи. Добрый вечер. Да. День. Какой вечер? Нет, вечер. Да, вечер. Это когда я вас всех вижу, вечер. У меня темнеет в глазах. Вот как добрый вечер. Как вы видите, мы размножаемся. Мы размножаемся, причем партеногенезом. Да. Мы выпьем для начала. Да, нас уже трое. Видите, он очень мал и худ, поэтому у него очень большая чашка. А я толстый, лыс, поэтому у меня маленький. А Варк это просто привык. А он еще не доктор, он кандидат, ему можно. Да. Дорогие друзья, мы хотим сказать вам всем... До свидания. Ну, до скорого свидания. До скорого. Пожелать счастья и любви. Мы тему сегодняшнюю, конечно, не закрыли. Мы поставили такое точемноге. Мы поставили многозапятитие, и мы ее продолжим в одной из наших следующих передач. Извините, пожалуйста. Хорошо получилось. Хорошо получилось. Доктору не хватает логофета. Доктору не хватает фотогола. Галоперидола. Всего доброго. Переголодола. Всего доброго. Всего до скорой встречи. Все. Хватит. Можете дальше беседовать.